Мы удерживаем британский военный корабль на Янзы. Так что инициатива в наших руках. Чтобы избежать обострения ситуации, я думаю, мы можем поступить дипломатично и провести с ними переговоры. Это вполне достойное решение. Так мы хотя бы прощупаем почву. Я согласен. Нет. Впервые я услышал о том, что такое иностранный военный корабль, еще в Шаушане. Мне тогда было 16 лет. В те времена в Чанша были беспорядки. 10 с лишним иностранных кораблей подошли к Чанша по реке Сянцзян и обстреляли город. Погибло много китайцев. Прошло почти 40 лет, и сегодня на Янцзы англичане вновь творят произвол. Взялись за старое. Разве такое можно терпеть? Если мы не можем защитить суверенитет Китая, не можем продемонстрировать элементарное самоуважение, как мы можем называться коммунистической партией и народно-освободительной армией? Что касается аметиста, то мы их заранее предупредили и отправили официальное извещение. Они не послушали, настояли на своем, прислали корабль. Произошло столкновение, но они не пошли на переговоры. И снова отправили корабли, устроили провокацию и разожгли конфликт. Разве так решаются проблемы? Они же игнорируют нас и открыто на нас плюют. Считают себя на голову выше других, будто китайцы не могут разговаривать с ними на равных. Вопрос о суверенитете затрагивает коренные интересы нации. Никто не может посягать на наш суверенитет. Нас не тронут, мы не тронем. Но атакующему спуску не дадим. Если они не угомонятся, то все корабли, направленные к нам, мы уничтожим. Собрались объединиться с США и Чан Кайши? Хорошо. Тогда наш удар придется по всем, без исключения. Я не верю, что они нам не по зубам. Отлично. Цзэдун. Я тобой восхищаюсь. Цзэдун, мы с тобой. So, what did the American government say? They say it's an international accepted policy to keep an out of the civil war zones. The affair of the Amethyst is a matter of our own violations. They cannot offer their assistance. The Chinese Red Army also issued a statement. Until we are willing to give a formal apology for our unauthorized incursion, they will detain the Amethyst indefinitely. Sir, the public feeling of this matter is running very high. If we cannot take military action, then can we resort to a formal protest? Truth is defined by the range of your guns. In any case, are our rights in China and our behavior so benign that we have a right to moral indignation? So we have no recourse then? Just one possibility. Contact the communist. Ask the talks. Right away, sir. Вот это правильно. Если есть противоречия, необходимо обсудить все на равных и найти компромисс, выслушав каждого. Только так можно решить проблему. То есть мы соглашаемся на их условия? Если эти условия разумны, почему бы и нет? Мы их примем. Только такой подход можно считать обоснованным. Перед переговорами я предлагаю отправить им официальное заявление, изложить истинное положение вещей, объяснить нашу позицию. На этом и будут строиться переговоры. Я одобряю предложение Джуде. Я сам составлю это заявление. Как представитель Народно-освободительной армии Китая, я заявляю, мы отдадим британский фрегат, но Англия должна признать ошибку
и аннулировать неравноправный договор о доступе к китайским рекам. Представитель Народно-освободительной армии Китая заявил, что китайский народ обязан защищать территориальный суверенитет своей страны. Правительством иностранных государств категорически воспрещается посягать на него. Народно-освободительная армия Китая требует от Великобритании, США и Франции немедленно вывести из Китая, включая реку Янцзы, свои военные корабли, самолеты и морскую пехоту. Центральный военный совет и народное правительство готовы рассмотреть возможность установления дипломатических отношений с иностранными государствами. Эти отношения должны строиться на основе равноправия, взаимной выгоды, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности. Центральный совет и народное правительство не приемлют операций, имеющих угрожающий характер со стороны иностранных правительств. После инцидента с фрегатом «Аметист» военные корабли западных стран больше никогда самовольно не входили в речное пространство Китая. Ты был прав, когда предлагал остаться. Гоминьдан сюда не вернется. Если болезнь поразила кожу, ее выпаривают кипятком, а затем применяют акупунктуру. Если поражены желудок и кишки, надо принять жаропонижающее. А если поражен костный мозг, придется оставить больного на произвол судьбы. Учитель, можете не читать. Ты все понял? Я понял. Что вы хотите мне сказать? Я военный, и мой долг – служить партии, государству и его лидеру. Однако это далеко не всегда оправдано. Мин Жень, разве ты не служил верой и правдой государству и его лидеру, когда защищал Сыпин и воевал с Линь Бяо? Это может прозвучать резко, но твоих заслуг никто не оценил. Про тебя больше года никто не вспоминал. А сейчас, когда ситуация зашла в тупик и ему некому обратиться, он вспомнил, что есть такой храбрый генерал, как ты. Он просто знает, что скоро его конец и тянет тебя за собой. Разве такой лидер, такая партия и государство стоят того, чтобы ты им служил? Все же... Я обязан защищать Родину. Защищать Родину? У освободительной армии на юге миллион солдат. Твое 80-тысячное войско справится с ними? Если разгорится война, Хунань будет стерта с лица земли. Мы оба из этой провинции. Зачем нам подвергать такой опасности нашу с тобой малую Родину? Болезнь уже проникла в самое нутро нашей партии и государства. В одиночку ты их не спасешь. Это горькая правда, но эта болезнь неизлечима. И никакое чудо нам не поможет. От тирании можно спастись только бегством. В августе 1949 года Чен Цянь и Чен Минжэнь объявили о переходе Хунани на сторону КПК. В сентябре Тао Шиюе и Бао Эрхань провозгласили мирное присоединение Синьцзяна. Следом Дун Циу объявил о присоединении провинции Суюань. Освободительная армия одержала победу на юге. Войска Гоминьдана были разгромлены. Все это ознаменовало рождение нового Китая. Госпожа Цинлин, мы с вами не виделись почти 4 года. Искренне надеюсь, что мы можем исправить положение. Не за горами общенациональная победа в революции. Наша страна нуждается в формировании курса развития. Мы направили за вами товарища Дэн Инчао,
чтобы она сопроводила вас в Бэйпин. Мне не терпится встретиться с вами, чтобы проконсультироваться по целому ряду вопросов. С пожеланием мира, искренне ваш Мао Цзэдун. Госпожа Сун, что вы решили? Госпожа Тэнинчао все еще ждет вас внизу. Товарищ Су. Сяо Ли, ты видел Суня? Вон он. О, председатель, вон он. Товарищ Сунь, Сунь, иди сюда. Иди сюда, давай. Мы же договорились. Как приедем в Бэйпин, сразу пойдем в театр. Ну вот мы и пришли. Сунь, ты знаешь, что председатель специально для тебя нашел билет? И Цзян Цин хотела прийти. Не хватило билетов. Эти места только для вас. Что значит только для нас? Они для всех, у кого есть билеты. Садись. У меня стоячий билет. Если ты не сядешь, я тоже буду стоять. Хорошо, председатель. Я сяду. Я сяду. Ты задерживаешь выступление. Скорее. Не видишь, что господин Мэй выступает? Если мы будем сидеть здесь и курить, мы испортим ему голос. Этого нам не простят. Хорошо. Если хочешь покурить, лучше выйди. Нет. В своем первомайском обращении 1948 года ЦК КПК предложил всем демократическим партиям и группам, массовым организациям и политическим деятелям образовать новую политическую консультативную конференцию, которая должна была стать организационной формой Единого национального фронта и взять на себя функции представительного органа по подготовке создания новой системы власти. Уважаемые представители, мы открываем политическую консультативную конференцию, которую все так долго ждали. На нашей конференции собралось более 600 участников, представляющих все демократические партии, массовые организации, Национально-освободительную армию Китая, все регионы и все национальности нашей страны. Есть среди нас и китайские эмигранты. Это означает, что наша конференция является конференцией, объединяющей народ всей страны. Уважаемые представители, у нас есть одно общее чувство. Наша работа будет записана в истории человечества. Китайцы, составляющие четверть населения планеты, встают на ноги и распрямляют спины. Папа, вы столько лет носите эту кофту, она уже распускается от старости. Я как смогла, починила ее, посмотрите. А, неплохо, отлично сделала. Молодец. А, кстати, у меня как раз есть подарок для тебя. Пап, что это?
Это пальто мне шил портной для переговоров в Чунцине. Чтобы я выглядел достойно. Первоклассная вещь. Я его берег, редко надевал. Оно практически новое. Сегодня я дарю его вам. Считайте, что это подарок вам на свадьбу. Подарок на свадьбу? Ну да. Раньше я был против вашей свадьбы, потому что Сэ-Ци не исполнилось 18. Я тогда пообещал, что когда она станет совершеннолетней, я сам устрою вашу свадьбу. Теперь ведь уже можно? Пап, мы с этим не особо торопимся. Сейчас уже не торопитесь? А кто тогда скандал мне закатывал с этой женитьбой? Это ведь давно было, а ты все вспоминаешь. Ладно, не буду. Но все, что я обещаю, я привык выполнять. Я решил, когда проведем торжество в честь образования КНР, мы как следует отметим вашу свадьбу. А? Сэ-Ци, что скажешь? Хорошо, папа. Ну, а ты? Ты не возражаешь? Да какие возражения? Пап, свадьба будет у нас двоих, а пальто ты подарил мне. Сэ-Ци осталась без подарка. Это как-то нехорошо. Да, ты прав. И что я не подумал об этом? Папа, не слушайте его. Ничего не надо. Анин правильно сказал. Нужен подарок. Это пальто очень ценное. Я подарил его вам обоим. Давайте так. Днем его будет носить Анин, а ночью вы оба им укрываетесь. Можно считать, что всем досталось. И тебе, и ему. Спасибо, пап. Пап, мы пошутили, а ты принял всерьез. Кстати, я хотел тебе кое-что сказать. Да? Ну, говори. После освобождения Хунани мне начали писать родственники. Они уже прислали много писем. Мне написали Мао и Шаошаня, Вэнь и Сянсяна, а еще Сяны по линии бабушки. Я все прочел. Эти пишут, что у них трудности и просят материальной помощи. Эти надеются, что ты им поможешь с работой. Остальные хотят, чтобы ты пристроил их детей в университет. А еще есть два письма с особыми просьбами. И что это за просьбы? Это письмо от двоюродного брата мамы Сян Сан Ли. Он пишет, что дядя Кай Джи хочет с твоей помощью получить должность начальника управления. Ему неловко, поэтому он попросил написать Сан Ли. Это письмо от твоего двоюродного брата Вэнь Юньчана. Он прислал список из 15 человек. Они все из семьи. Он надеется, что ты устроишь их на работу или в университет. Анин, пока ты рос, меня не было рядом. Вас с братьями воспитывала бабушка. Ваша мама рано умерла, а бабушке было нелегко. Твои дяди тоже были очень добры ко всем вам. А твой дядя Вэнь Юньчан был моим проводником в жизни. Если бы не он, я бы так и провел всю свою жизнь в Шаошане. Пахал поле, продавал рис. Все эти добрые дела мы не забудем. Папа, я понял. Что до остальных, в любой семье бывают проблемы. И помогать тоже нужно. Мы что-нибудь придумаем. Мы обязательно найдем какие-нибудь средства и отправим им. А насчет всех этих просьб пристроить своих знакомых на чиновничью должность, ты сам знаешь, как поступить. Так что я промолчу. Пап, я тебя понимаю.
Но, боюсь, они не поймут. И будут недовольны. Не поймут. Будут недовольны. Тогда мы им все объясним. Давай мы поделим с тобой работу. Ты будешь отвечать родственникам своей мамы, а я буду отвечать на письма родственников моей матери. И вместе мы подробно всем ответим. И все им объясним. Ты согласен? Да. Сделаем, как ты скажешь. Товарищ Сан-Ли, я получил твое письмо. В своем письме ты пишешь, что брат моей матери надеется получить должность в городском управлении Чанша. Мне за него очень стыдно. В новую эпоху мысли о получении статуса чиновника являются крайне отсталыми, а заблуждение по поводу того, что с помощью моего отца можно вступить в эту должность, абсолютно никуда не годится. Товарищам из правительства и ячейки Шичэнсяна. К любому из рода Вэнь следует относиться так же, как к другим людям. Они должны подчиняться руководству партии и правительства, работать на земле и соблюдать закон. Во-первых, так как они трудящиеся и мои родственники, я их люблю. Во-вторых, так как я их люблю, я надеюсь на то, что они преуспеют, будут обрабатывать землю и соблюдать закон, и ничем не будут отличаться от масс. В их отношении не должно быть никаких привилегий. Я люблю свою бабушку по материнской линии. Я испытываю к ней глубочайшую признательность. Но она, возможно, ругает меня за то, что я веду себя непочтительно и не забочусь о семье Ян и семье Сян. Я должен стерпеть эти обвинения, так как я совершенно не могу и не хочу отступать от своих принципов. Отец является самым непреклонным противником подобных методов, так как они несовместимы с идеями коммунизма, идеями Мао Цзэдуна и интересами народных масс. Мне не следует рекомендовать Юньчана на работу. Он должен сам проявить себя в народе и заполучить его доверие. Только так у него появится возможность заняться этой работой. Причина, по которой Новый Китай отличается от старого, КПК отличается от Гоминьдана, Мао Цзэдун отличается от Чан Кайши, родственники Мао Цзэдуна отличаются от родственников Чан Кайши. Помимо всего прочего, заключается в том, что безвозвратно ушли те времена, когда родственники императора богатели за счет его положения и меньшинство управляло большинством. Настало время, когда мы зарабатываем себе на хлеб своим трудом и своими способностями. Mr. Speaker, this brand new China will unite 500 million Chinese in a way never before imagined. 500 million, Mr. Speaker. Honorable members, I urge you to put aside the sorry affair of the HMS Amethyst, because brash,
confrontations with the armed forces of this new China can only lead to disaster. I hear all that. But what about our interests? What about our interests? Shall we forget about them? No. This is intolerable. Intolerable. England has never, never chosen Cadiz and retreated in the face of our enemies. Mr. Speaker, I formally propose, for the sake of England and as a matter of principle, that we meet force with force and fight fire with fire. Mr. Churchill, let me remind you of those famous words you yourself have uttered in this house. There are no eternal allies. There are no perpetual enemies. There are only eternal interests. The HMS Amethyst affair has already created a storm of anti-British sentiment amongst the Chinese people. And the determination of Mao Zedong's government to safeguard its sovereignty has already been established. Gentlemen, those swashbuckling days of the British Empire belong to history. Gunboat diplomacy is inappropriate as a way of dealing with this communist China. Not only that, it is wholly out of tune with the emerging spirit of our time. Playing tough is laying fire on the flames and can do damage, irreparable damage, to our interests in the Far East. So let's take stock of this situation. Mr. Speaker, this is not a time to discuss the use of armed force. On the contrary, I suggest we throw all our pride away, and if we take steps to recognize as quickly as possible Mao's new China, and that it is wise to choose this new China as an equal in political affairs. Order! Mr. Churchill, do you insist on going forward with your proposal? Of course I do. Very well. I therefore declare debate on Mr. Churchill's proposal to come to an end and to be put immediately to a vote. All those in favor of the application of armed force against the Chinese, please rise. Thank you. You may be seated. Now, all those opposed to the application of armed force against the Chinese, please rise. Спустя 3 месяца Великобритания стала первой западной державой, признавшей Новый Китай, а правительство Китайской Народной Республики как единственно законное. Вы слушаете сообщение радиостанции Синьхуа. Торжественная церемония образования Центрального народного правительства Китайской Народной Республики пройдет сегодня в 3 часа дня в Пекине. На площади Тяньаньмэнь председатель КНР, товарищ Мао Цзэдун, поднимется на трибуну и объявит всему миру о рождении нового Китая.
write all that down? Yes, sir. The following conclusion is on record. We all agree, first, that the outcome of the Chinese Civil War is already beyond America's control. Unfortunate as this is, it can't be avoided, because even if we greatly increased our aid to Chiang Kai-shek, we would not save his regime. On the contrary, continuing American aid will just enrage the Chinese people further. Secondly, America's most important enemy is currently not China, but the Soviet Union. Putting large amounts of military effort into combating Mao in the Far East is a serious error of military strategy. So, America ought at all costs to avoid becoming embroiled in China's civil war. That's it. Excellent. Папа, это не то. Ты не то надел. А? Ты не что охренчи. Именно? О том, что под ним. Что? Папа, сегодня важная церемония. Ты должна одеться во все новое. Почему ты надел старую кофту? Ты еще и с заплаткой. Сверху я надел новый френч, потому что сегодня образован новый Китай. А под ним старая кофта, чтобы не забывать корни. Помнить, как мы вместе с народом сражались и достигли победы. Давай. Ты в новом френче похож на героя. А? Кто тебе сказал, что я похож на героя? На улице все говорят, что Мао Цзэдун настоящий герой. Без него не было бы нового Китая. Эх, доченька, запомни одну вещь. Твой отец никакой не герой. И это не Мао Цзэдун создал новый Китай. А кто тогда? Народ. Народ создает историю. Поэтому только народ можно считать героями.
Сегодня образовано Центральное народное правительство КНР. Слава героям, павшим в трехлетней народно-освободительной и народно-революционной войне. Вечная слава героям, пожертвовавшим своими жизнями 30-летней народно-освободительной войне и народной революции. Вечная слава героям, которые в 1840 году начали борьбу против внутренних и внешних врагов, чтобы добиться национальной независимости, свободы и счастья для своего народа. Вечная слава!